На ринг приглашается Шипилов Роман. Его оппонентом выступает Дорофеев Яков. Шипилов Роман весит 65 килограмм, возраст 29 лет. Представляет город Барнаул. Дорофеев Яков. Дорофеев Яков весит 65 килограмм, 18 лет. Представляет спортивный комплекс «Первый». Дорофеев Яков постоянно выступает на стрелке, у него нет еще пока поражений. Начинается бой, друзья. Бойцы проводят разведку. Обмен ударами. Ромка, бей! Я горю! Ромка, скинула разведку. Осторожничают бойцы пока. Лоу-кик Шипилов Роман. Работает по ногам Шипилов Роман. Шипилов Роман забирает шею. Не получилось выйти на удушающий. Дорофеев Яков. Забивай. И выходит на добивание. Пытается оттянуть он Шипилова Романа, который навязывает свою борьбу снизу. Попадает в тяжелые удары со стороны
Воробьева Якова. Спасибо, Яков. Аплодисменты, друзья, победителю. Роман, ты очень достойно вел бой. Что пошло не так? Ну, видимо, что-то не так. Чего не хватило? Ну, маленько опыта, наверное. Опыта не хватило. Аплодисменты, друзья. Шутилов Роман.